Космический футбол. Время моей судьбы – это множество линий, на которых помечены узелками события моей жизни. Эти нити причудливо переплетаются, создавая иногда немыслимые узелки, преподнося на своих хвостах странные и кажущиеся нелепыми ситуации. Иногда кажется, что заснул сжимающий и разжался кулак, крепко держащий эти нити. И тогда они пускаются в пляс и одновременно возвращают события 30-20-10-летней давности, отправляя меня в странные невозможные путешествия, в одновременность разновременных потоков, чувствуя себя кубиком, в который играют эти нити, словно от скуки развлекаясь, неким подобием космического футбола, законы которого, возможно, и существуют, но мне неведомы. А я лишь игрушка в разноцветных движениях этого мистического танца. Космический футбол.